сыворотка для контроля воспалений от Derma E. Продукция бренда исключительно веганская, не тестируется на животных, не содержит сульфатов и минеральных масел. Я купила ее в интернет-магазине iHerb. У меня мини-версия средства объемом 15 мл, но на момент создания ролика на сайте представлен только полноразмерный вариант. Средство в упаковке из твердого пластика, полупрозрачное, жидкое, гелеобразной консистенции. Аромат довольно яркий, преимущественно масло чайного дерева, но не стойкий. Активный компонент в составе сыворотки – салициловая кислота, полученная из коры ивы, масло из листьев чайного дерева, глицерин, масло розового дерева, экстракт листьев зеленого чая, алоэ вера, гамма мелиса и другие компоненты. Она оказывала подсушивающий эффект, но кожу практически не стягивала. Довольно эффективный, на мой взгляд, продукт, способствовал уменьшению закупоривания пор, хорошо очищая их, отлично успокаивал кожу и содействовал устранению высыпаний.